Нет. Фрукты заморозили, получилось натуральное, полезное мороженое. Красивое. Какое вкусное. Вкусное? Всем привет! И вы на канале Ультиви. И сегодня мы будем делать фруктовое мороженое. Привет, друзья! Мы будем делать мороженое не обыкновенное, а фруктовое. Мы приготовили здесь фрукты. У нас есть... Арбуз, ням-ням. Хотя арбуз это не фрукт, а это... Ягода. Это ягода. Это самая большая ягода в мире, наверное. Потом у нас есть... Что есть? Киви и персики. А персик-то как будто зашитый. Точно, персик как будто зашитый. И, конечно же, у нас еще есть и формочки для фруктового мороженого. Это самое главное. Но формочки-то это не вкусно. Сейчас мы все эти фрукты почистим, а дальше вы сами увидите, что у нас получится. Начинаем? И давай, наверное, начнем с арбузика. Так, включаем. Так, смотри, это у нас готово. Итак, ребят, начинаем лить арбуз. Продолжаем дальше. Следующий слой у нас будет киви. Мы его сначала тоже перекрутим в этой штуке, блендером. Вау, смотри, как красиво. Да, конечно, красиво. Ребят, поддержите нас лайком, мы очень-очень стараемся. Мы вас с удовольствием гостили эти мороженое, но сами еще не знаем, что получится. Так, сюда заливаем киви, смотри. О, какая красота. Очень красиво, правда? У нас остались последние фрукты, и это персики. И сейчас мы будем их перемалывать. Будем перемалывать персики. Перемалывать. Очень мало. Берем блендер. Ты боишься? Ты боишься? Чуть-чуть. У нас все готово. Продолжаем дальше делать наше мороженое. Кладем сюда слой персика. Я думаю, мороженое будет шикарное, такое будет полезное, вкусное и красивое. Ребят, кто делал такое мороженое? Напишите нам в комментариях, как оно у вас получилось, вкусное или нет. Прикольно, даже арбуз обычно с семечками, и тут как будто семечки. Так, закрывай. Для того, что это будет делать, верно? Закрывай, закрывай. А как пахнет вкусно. Прям вообще такой аромат всякими разными фруктами. А там я поставлю. А последнюю, Уля, хочешь сама сделать? Давай. Придумай сама чего-нибудь. Вы же хотите увидеть, как Ульяна делает у нас сама фруктовое мороженое? Все, хватит, да? Теперь зиги вонять. Слушайте, очень красиво, мне нравится. Такой красивый, разноцветный. Теперь можно зеленый, потом опять красный, потом опять желтый. Сейчас мы такое тут наворотим. Вообще не вкуснее. Давай, крышечку персика. Все, у нас мороженое готово. Ждем, когда они все заморозятся. Завтра. Завтра тоже завтра. Смотри, как красиво получилось. Обалдеть, да? Вообще разные фрукты. Разные. О, какое. Интересно, что есть такое. Мам, мне все больше понравилось мое вот это. Да, у тебя вообще оно, кстати, такими волнами все перемешалось. Посмотри, как красиво. О, мама, нет, мама, вот это. И это красивое, точно. Слушай, они все красивые, правда? Нет, но все больше мне все-таки вот это понравилось. Наверное, ну давай тогда уже ставить в морозилку и потом посмотрим, когда у нас замерзнет. Уля, ставим в морозилку. Прошел один день, и сейчас мы будем доставать мороженое. Итак, Уля несет мороженое. Смотри, как оно замерзшее. Мы поставили мороженое в горячую воду, чтобы оно отошло от стенок и хорошо вынулось. О, давай мы сейчас сейф вот так вот. Надо, знаешь, что, их покрутить точно. Итак, у нас достало это мороженое. Красивое. Вкусное. Вкусное? Мама, мама, самое вкусное там это арбуз. Скажи хорошо. Вообще вкуснятина, да? О, все. Другое. Смотри, какое красивое. Ну-ка попробуй арбузик. Фруктовое мороженое. Мы прям фрукты заморозили. Получилось натуральное, полезное мороженое. Давай все попробуем достать. Достали. Некоторые мороженые у нас доставались вот так. Одна палочка. Не знаю, как мы будем это все есть. Наверное, ложкой оттуда потом все съедим. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Ультиви. Всем пока-пока. Всем пока, друзья.